Здравствуйте. Это Владимир Владимирович. Не успели отметить Новый год, как уж близится Рождество. Желаю вам провести незабываемую рождественскую ночь. А самое главное, не забудьте поздравить с этим светлым праздником своих родителей. Ведь мы им обязаны тем, что мы есть. Не будьте черствы, и счастье вам улыбнется. С Рождеством. Прикольные розыгрыши и поздравления на мобильные ваших друзей на сайте поздравочки.рф.